Москве плавают вот такие маленькие катера. Эти теплоходики, они называются именами цветов, и все разных цветов. Есть розовенький, он называется «Роза». Видели уже незабудку голубенькую, видели желтенький. Наверное, подсолнух, не прочитали название. Сейчас еще будем идти, и я засниму, если увижу еще такие симпатичные. Вот так в Москве рекламируют новые жилые комплексы. Делают макет, выставляют его в центре города и оставляют контактный телефон застройщика. Вот такой жилой комплекс «Весна» планируют построить в Москве. Вот мини-версия. Хотели бы жить в таком? Пишите в комментариях. Познать, что мы тут